Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и сегодня я хочу вам показать цены на субботнем рынке в районе Махмутлар. 22 июня, а также покажу вам цены на мясо и постараюсь показать цены на морские продукты. Хочу вас информировать, что наша компания занимается как недвижимостью, а также занимается денежными переводами по всему Турции. Мы официальное представительство «Золотой короны» в районе Махмутлар, Алания. Есть такие денежные переводы, как «Золотая корона», «Риа Манай Трансфер», «Трангло», «Инпэй», «Тунес», а также занимаемся наличием криптовалюты, переводим моментально с рублевых карт на наши рублевые карты, моментально выдаем лиры, хороший курс, обращайтесь. Телеграм-канал есть у нас в описании, можете туда написать. Принимаем с Тинькофф, Сбер, ВТБ и другие банки. Также принимаем казахский тенге на Каспи карту. Обращайтесь, поможем с переводом денег. Облегчим ваши хлопоты. Наш офис находится около башни часов, напротив магазина Топчу. Бытовая техника Бэко. Быстренько пройдусь к рынку. Начнем с арбуза и дыни. 25 лир стоит килограмм дыни. Арбуз 15 килограмм. Кило стоит 15 лир. 15 лир баклажан. 20 лир помидоры. Самый вкусный. Соль туда вот так делаете и кушаете. Огурцы 10 лир. Так как минимальная зарплата в Турции 17 тысяч лир, я думаю, что можно нормально пропитаться только овощами и фруктами. Болгарский перец 30 лир, то есть красный перец. Так, здесь помидоры 35 лир. 20 лир есть. Маленькие огурчики, свеженькие такие, 35 лир. Кабак 20. Помидоры здесь 15 лир. Картошки 15 лир, 20 лир, лук 15 лир, большие картошки 25 лир, сухофрукты, фисташки 650 лир, тоже очень полезное, тыквы, кабак, то есть семена кабака, тыквы, орехи. Орешки, чуть почищены, 550 лир, миндаль 470 лир, 400 лир орехи грецкие, сухофрукты, то есть киви 400, ну все, банан 400 лир в кило, 450 лир, такая хурма большая. Семечки. Зелень от 20 лир. Где-то 15 лир зелень, где-то 20 лир. Но по вечерам, если придете, то можете найти за 10 лир. После 6 часов вечера. Папайя. Килограмм 100 лир. Так, кстати, я это сфоткаю. Ага. Драконий гранат 300 лир штука. Такое вот, забыл название снова. Ябан мерсини называется. Черная клубника. Маракуйя или же пассифлора? Маракуйя. Маракуйя, ага, пассифлора. Так, 300 лир килограмм. Почему 300 лир? Я за 70 лир покупаю его, не понял. Не понял, здесь у них что-то дорого. У-ту-ту-ту. Виноград 40 лир килограмм. Маленький. Кишмиш. Алча зеленая 20 лир. Слива. Слива. Алча тоже называется.
90 лет. Наполеон. Черешня, большие. Морковь 30 лир. Вот, зелень 15 лир и выше. Инжир 100 лир килограмм. О, вкуснейшие абрикосы. Это очень вкусный абрикос, 50 лир в пакет. Они очень сладкие, приду куплю. А что это червя? Посмотрим. Персики 60 лир, где-то 50 лир. Кипас лучше. Персики. Нектар 60 лир. Такие сливы 60 лир. Апельсин 25 лир. Что же апельсин? Здесь 50 лир сливы. Клубники где-то 90 лир, где-то 100 лир, у него 120 лир. Восемь лир, у него огромные эти абрикосики. 30 лир здесь персики. Даже за 15 лир, но мятые. Кукуруза штука 30 лир, готовая. А так 6 штук 100 лир. Я в фруктовом магазине за 7 лир покупаю. 200 лир, не пойму. Маракуйя. В Тосмуле вот покупаю. Так, 100 лир. Пятьдесят лир клубника. Пятьдесят лир персики, 50 лир. Нашел вишни 80 лир килограмм. Ну, плюс-минус цены, видите, где-то подороже, где-то подешевле. Малина, например, красная, 150 лир пакет. Ежевика черная, 40 лир пакет. Чеснок килограмм 150 лир. Бананы 45 лир здесь. Уже закончились вроде. Все скупили. Оливки, цены. А 200 лир и выше. Тулум у них 100 лир. Сливочное масло, да? Нет. Сыры от 200 лир и выше. Эзирный стоит 400 лир. Сливочное масло 450 лир. Вот, не знаю, надо проверить. Я покупаю в другом месте, но все-таки масло
мне привозят под заказ. Настоящее сливочное масло. Так. А это вкуса нету. Даже сыр есть от 180 лир. Козий. Оливки. Ну, все. Плюс-минус такие цены. Яйца штука по 5, по 6 лир. Показывают цены на мясо. Фарш 600 лир. Транч. Говядина, вот это мясо. 680. Рост 730. Вот это мясо с маслом, жиром 500 лир. Косточки, мосточки. Котлетки вот эти 600 лир. Фате вот все здесь. Готовы под шашлыки есть около вот рынка. Курица. А канат будет не когда ролду. 220 лир крылышки. Буд. Будмо. 145 лир ножки куриные. Эрдек казварма? Инди не бо? Индюшка. Не когда? 290-360 лир индюшка килограмм. Филе. О, юрек. Не когда? 240 лир сердечки индюшки, большие вот эти. Tamam, teşekkür ederim. Ördek yok ha şu an satışta. Kaz var istersen çok. Soğuk kaz var. Kaz ne kadar? Kazın kilosuna kadar. 470. У них есть гусь на продаже, замороженная. 470 лир килограмм. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar ne kadar? Bunlar madalyon. 900 лир медальон, там пирзола у них, пирзола на когда ролмаш? 860 лир стала пирзола, это ребрышки для шашлыка. Сейчас пойду в Мигрос и сниму вам цены на рыбу, цены на мясо в Мигросе. Цены в Мигросе. Кыма не когда рабите? Кыма была мадам, да? А, кыма. Так, 469 лир. И 589 лир фарш. Пирзола 900 лир у них, а там было подешевле. Кузу бифтек 617 лир, 71 лир. Так, филет 566 лир, скидки есть. Большие ребра, кабурга, позвоночник, кажется, 460 лир. Ляшка 539 лир. Но, ножка 548, но 550 лир. Так, язык сколько стоит? Дана длина когда? Дана длина дюгер, юрек. Сердце 435 лир. 600 лир у нас. Что здесь? Дана длина. 450 лир язык. Сердце не видно, нету цены. А, кузу юрек 435 лир. Баранина, сердце баранина. Сейчас рыбу покажу. Рыба. Норвежский лосось 450 лир килограмм. Чупра 290 лир. Креветки 480 лир большие. Вот. Сазан 150 лир. Это эгейская чипра дорада. Он 420 лир. Она подороже, чем за 290.
Ставрит, Леврек, Бодрум, Сивас, 300 лир. Кальмара, 480 лир. Что за рыба, не знаю. Кольос, Сардалия. Все, дорогие зрители, ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарии. Также цены. Я снимал ролик в мае месяце, можете посмотреть соотношение цен. Всем пока-пока.